Иерусалиме. Мы это я, Геннадий Кацов, моя супруга Рика Кацова. Рады приветствовать всех вас в этом зале. Мы сегодня чествуем государство Израиль, поскольку наш проект 70 посвящен 70-летию независимости государства Израиль, который все мы в Соединенных Штатах и, естественно, здесь, в Израиле, в разных странах мира, отмечали в прошлом месяце, в мае месяце. Наш проект посвящен этому событию, очень важному праздничному событию для всех нас. И этот проект 70 включает в себя это антология и презентация. Первая презентация прошла в Нью-Йорке 8 мая в Темпл Эммануэль на 5-й авеню, 65-й улице, где приняли участие в этой презентации поэты из Соединенных Штатов Америки. Поскольку в нашей антологии 70 авторов из 14 стран мира со стихами об Израиле и на еврейскую тему. Сегодня здесь, в этом зале, будут читать авторы свои тексты, свои поэтические тексты из Израиля, израильские авторы. Мы очень рады, что это произошло. Это вторая презентация нашей антологии. Мы надеемся провести еще в нескольких странах еще презентации. Ну вот, это вторая в Иерусалиме. Я должен сказать, что если мы говорим о значимости этого проекта, то одно дело это то, что это посвящено 70-летию государства Израиль, что очень, я еще раз говорю, значимо и для нас, для составителей, и для участников, и для тех, кто приходит на наши презентации. Второе это то, что 70 это, как вы знаете, довольно такое священное число. 70 было и мудрецов Синедриона, 70 на 7. Это было количество дней очищения Израиля. Ну и, кстати, мы в Соединенных Штатах тоже подготовились к этому. У нас был 69-й, как вы помните, госсекретарь Рекс Тиллерсон, а потом мы поменяли его на 70-го, и вот 70-й госсекретарь, он ровно подошел как раз к 70-летию государства Израиль, Майк Помпео, номер 70. Так что мы тоже у нас в Соединенных Штатах постарались это отметить. Я должен сказать, что если мы говорим об исторической значимости этого проекта, все, что я нашел, когда мы готовились к этому проекту, это то, что в конце 20-х годов был выпущен Ходосевичем сборник, который назывался «Еврейская антология», куда входили тексты поэтов евреев и на еврейские темы. И, собственно, ничего похожего больше после этого издано, в общем-то, и не было. В 2011 году также я нашел, были переводы на украинский язык с идыша, поэтов, которые писали на идыш. Так что эта антология, в общем-то, на мой взгляд, она еще этим тоже уникальна. Я рад, что вы пришли сюда, и мы с вами вместе, и уверен, проведем замечательный вечер. Я хотел бы предоставить слово Рике Кацовой. Также она скажет несколько слов. И, собственно говоря, после этого мы откроем торжественную часть, которая будет небольшой, а затем авторы будут читать свои тексты. Здравствуйте, дорогие друзья. Я издатель этой антологии. Мы очень рады, что у нас есть возможность сегодня представить наш проект в столице страны, которую мы безмерно уважаем, которой гордятся не только ее жители, но и миллионы-миллионы людей по всему миру, которым не безразлична судьба еврейского народа. Сегодня нам выпала честь поздравить Израиль с юбилеем от имени 70 замечательных поэтов, чьи тексты вошли в антологию 70. Я хочу поблагодарить всех этих замечательных авторов за то, что они доверили нам свои тексты, и отдельно тех, кто пришел сегодня в этот зал для того, чтобы прочитать свои тексты лично. Кроме того, я хочу выразить огромную признательность нью-йоркским художникам Асе Додиной и Славе Полищуку, которые создали визуальный образ проекта и предоставили для обложки антологии одну из своих удивительных картин. Нашу безграничную благодарность я хочу выразить спонсорам проекта, без которых ни сам проект, ни сегодняшняя презентация никогда бы не состоялись. В основном это русско-американские бизнесмены и филантропы. Я назову их всех поименно сейчас. Это Миша и Светлана Мигдаль, Дмитрий и Алла Лисовецкие, Эдвард Шнайдер, Илья и Виктория Сигаль, Эдвард Мермельштейн, Михаил и Оксана Петровы, Григорий и Тамила Ваксман,
Леонид Тафлер, Татьяна и Михаил Варзак, а также Всемирная сионистская организация, Американский форум for Israel, American Forum for Israel, благодаря которому мы, устроители мероприятия и создатели антологии, смогли приехать в Израиль для того, чтобы принять участие в презентации. Это Нью-Йоркский еврейский общинный центр JCH of Bensonhurst, Американский совет еврейских общественных иммиграционных организаций Коджеко и несколько нью-йоркских коммерческих компаний, таких как сети супермаркетов Netpost Market и Гурманов, ресторан Татьяна, а также сосудисто-диагностический центр клиники Синай Диагностик. Также я хочу поблагодарить информационных спонсоров этого проекта. Это глобальный еврейский онлайн-центр Jewish.ru, израильский новостной портал news.ru.co.il, телеканал НТВ Америка, русско-американский новостной портал runiweb.com, чикагский медиахолдинг Континент Медиа Групп и литературные журналы «Дружба народов», «Иммигрантская лира», «Интерпоэзия», «Новый журнал» и «Времена». И, конечно же, мы от всей души благодарим наших коорганизаторов сегодняшнего мероприятия «Всемирное движение. Наш дом Израиль» за неоценимую помощь в подготовке этого мероприятия. Именно благодаря этой организации мы сегодня все собрались в этом историческом зале, где и в этом историческом здании, где проходило первое заседание Кнессета и инаугурация первого президента Израиля Хайма Вейцмана. Сейчас я хочу предоставить слово генеральному директору движения, Всемирного движения «Наш дом Израиль», члену попечительского совета еврейского агентства «Сахнут» и члену правления Всемирной сионистской организации Алексу Сельскому. Дорогие друзья, добрый вечер. Как Рика сказала, я тут хочу два слова сказать, чтобы вы поняли, где вы находитесь. Это иерусалимцы наверняка знают прекрасно это здание. Это здание, в котором с 1933 года сидела Всемирная сионистская организация, еврейское агентство «Сахнот», еврейский национальный фонд, Керный суд, то есть все те организации, которые руководили становлением государства Израиль в земле Израиля. И это здание здесь сидело фактически в канцелярии премьер-министра с 1948 до 1962 года. А в этом зале непосредственно вы можете видеть на этой фотографии. Было первое заседание Кнессета и инаугурация первого президента Израиля Хайма Вайцмана. Так что вы на самом деле сидите в центре, а? А где была трибуна? Не знаю. Я думаю, что где-то здесь. Поэтому это на самом деле историческое здание, историческое место. Я очень рад, что мы именно сегодня здесь находимся. Всемирное движение «Наш дом Израиль». Главная наша цель – это укрепить позиции русскоязычных евреев в диаспоре, прежде всего на Западе, ведущих еврейских организациях, потому что мы сегодня видим, что самые патриотичные, самые сионистские, самые патриотичные в своем еврейском самосознании евреи Запада – это русскоязычные евреи. Они не боятся мнения своих соседей, они не боятся мнения правительств, они защищают Израиль, и они понимают лучше, чем все другие евреи Америки и Европы, что Израиль должен быть сильный, и справедливый, а не только справедливый. И наша честь поддерживать сегодня это мероприятие, потому что с помощью этой поэзии вы сегодня увидите, насколько русскоязычные евреи во всем мире сильны духом и связью с Израилем, со своим еврейским самосознанием. И я уверен, что сегодня будет прекрасный вечер. Я прошу от имени Кнессета сказать несколько слов депутата Кнессета Роберта Илатова, которому мы очень благодарим, что нашел сегодня время и пришел для того, чтобы поздравить всех вас и поздравить этот проект. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Геннадий, Рика, Котов, мой коллега Леонид Леденецкий, Алекс Сельский. Хочу в первую очередь поздравить наших израильских поэтов, которые здесь находятся и будут сегодня читать свои стихи. Хочу поблагодарить издательство «Крит» за то, что сделали этот проект. И мы сегодня находимся действительно в историческом здании. Сегодня тоже находятся все сионистские организации в этом комплексе и продолжают функционировать, и продолжают
помогать государству Израилю в репатриации. Есть, конечно, примерно 1 200 000 евреев, которые по дороге в Израиль заехали в разные другие страны. Мы видим их произведения здесь тоже. Мы надеемся, что они тоже в конечном итоге доедут до назначения государства Израиль. Несомненно, русскоязычное еврейство, оно, наверное, сегодня самое крупное еврейство в мире. Около 5 миллионов человек. Сегодня в Америке 5,5 миллионов евреев, поэтому из них примерно 1 миллион русскоязычных, поэтому остальных американских евреев только 4,5. И примерно еще 4 миллиона этнических русскоязычных евреев находятся по всему миру. И я думаю, что это объединение может быть, наверное, самое мощное объединение еврейства, которое может быть. И, как Алекс сказал, наша задача усилить эти позиции, объединить это еврейство не только в поддержку сионистских организаций, но и в поддержку государства Израиля. И мы, наверное, более активная партия, которая этим занимается. Мы считаем, что это действительно стратегическая задача объединить русскоязычное еврейство в поддержку государства Израиль. Я хочу пожелать вам всем хорошего вечера, приятного слушания. И от имени фракции «Дандом Израиль», ну, наверное, и от всех депутатов русскоязычных, которые находятся, мы со всеми работаем. Иногда у нас есть разногласия, но все, что касается общих интересов как общины, так и Израиля, я думаю, мы все работаем в одном направлении и без больших разногласий. В том числе хочу передать вам личный привет от Авигдора Либермана. Доброго вам вечера. Спасибо. Спасибо огромное. Я хочу дать слово еще одному другу, бывшему депутату Кнессета Лене Леденецкому, которому мы тоже очень благодарны, что он подъехал, чтобы поздравить и принять участие. Леонид Леденецкий, пожалуйста. Бывших не бывает. Добрый вечер. И спасибо большое за приглашение. Приглашение принять участие в этом фестивале и даже сказать несколько слов я получил где-то 3 недели назад, может чуть больше. Ну и поскольку я всегда очень внимательно и ответственно стараюсь относиться к публичным выступлениям, особенно на мероприятиях, в которых организовывает наша родная Исраэль Бейтену, наш Дом Израиль и, конечно, Алекс Сельский с его командой, я задумался, вот, что я... Посмотрел антологию, посмотрел в интернете, посмотрел объявления. Подумал, что я могу такого нового сказать, чего не слышали творческие состоявшиеся люди, поэты, которые, многие, я сейчас обращаюсь в лице вашего, Геннадий, ко всем американским авторам, которые далеко от Израиля, прежде всего к ним, конечно, ну и, конечно, к нашим, которые вдали от нашей с вами Родины, от нашей с вами страны, сопереживают, соучаствуют и пишут стихи, и этим поддерживая нашу страну, и не только этим, наверное, а всем, чем могут, но и этим в том числе. Честно говоря, долго искал, ничего не мог такого придумать, вот, чего бы до сих пор этим людям не говорили, и вам в том числе. Но вот позавчера я вспомнил фразу, точнее сказать, вопрос, который написал в книге «Возвышающий обман» Андрон Кончаловский, если кто читал, где он спрашивает, достаточно ли, чтобы быть хорошим человеком, достаточно ли не делать зла? И сам отвечает на это, вероятно, нет. Чтобы быть хорошим человеком, надо еще прилагать усилия и работать над собой. И сразу после этого я вспомнил маленькую часть интервью одного очень интересного рабая филадельфийской еврейской общины, бывшего, кстати, солиста
в Советском Союзе, кто-то помнит, была такая группа «Мадригал», бывшего солиста «Мадригал», Рабая, Хазана, еврейской общины Филадельфии, Бориса Казанского, который в интервью на свое 70-летие одной из газет филадельфийских сказал: «Для чего евреи молятся?» И тут же ответил с его точки зрения: «Поскольку религия помогает еврею стать лучшим евреем». «А зачем еврею стать лучшим евреем?» — сказал Борис Казанский. Он считает: «Для того, чтобы стать еще больше лучшим человеком». И я задаю себе вопрос: а достаточно ли нам, израильтянам, живущим здесь в Израиле, чувствовать себя хорошими, правильными евреями и израильтянами только из-за того, что мы здесь живем? Да. И думаю, наверное, скорее всего, нет. Помимо этого, мое мнение, нам нужно еще и прикладывать какие-то усилия, что-то делать, работать над собой. И я думаю, что в этом мы очень похожи и солидарны с поэтами, и которые живут в Израиле, и которые особенно живут далеко отсюда, в Америке. Ведь смотрите, ведь идея нашего народа, идея государства Израиль и наше с вами здесь присутствие, она, эта идея известна, и она дана нам Всевышним. Но тем не менее, мы, граждане Израиля, политики, военные и все остальные, каждый день, практически каждый день, ищем правильные слова, правильные шаги, правильные рифмы, если хотите, здесь, в Израиле, для того, чтобы отвечать как-то и жить с этими вызовами и угрозами ежедневными. Вот точно так же с моей стороны, с моей точки зрения, вы, поэты, и особенно те, в том числе те, кто живет в США или в других странах, каждый день ищут правильные слова и рифмы, и работают над тем, чтобы создать вот эти произведения, которые усиливают, с моей точки зрения, расширяют, укрепляют, развивают эту идею государства Израиля. И я не знаю, имею ли я всяческое право благодарить вас за это, но уверен в том, что сама жизнь, Всевышний и народ Израиля вас за это точно уже благодарят. Спасибо вам большое. Thank you.
ясному вторю, хоть звучит чужеземная страна. Помнишь, кедр плыл по морю из Ливана в Яффу, и на причале, там, где солнце заходит атласно, плач и радость звучали громогласно. Помнишь, Богу как другу некий старец шепнул в праздник кущий: не ослабь мою руку, всемогущий, укрепи мое знание, проведи мою плоть через пламень, чтобы лег в основание храма камень. Человек, ты в завете, с места сетования и уныния поднимись, чтобы на свете быть отныне. Сдержаться, ничего не говорить, и на удар не отвечать ударом, связующую оборвали нить столетия, потраченные даром. Ведь мало 14 веков страдал народ, что выжил и не рощет в скитаниях и тяжести оков, в презрении и ненависти общей. Мне снова вспоминается с утра развалины пылающего храма, а не стучался сны мои прямо, как будто было все это вчера. И мне не снятся в тишине ночей от дерева отрубленные ветки, заглушенные в ушвице предки, что стали дымом из чужих печей. И мне не вспоминаются совсем бараки Терезина и Треблинки, их узники, как вымершие инки, что сгинули неведомо зачем. Та память избирательно слепа, ее документальности не верьте, где движется покорная толпа навстречу улыбающейся смерти. Забудьте экспонаты яд вашем, народу возвратив заветный дар свой, нас снова Бог ведет, Барух Ашем, от государства и до государства. Он сопредманно золотым дождем уходит в море по его приказу, как будто мост воздушный наведен от прошлого до будущего сразу. Тот мост уводит нас из темноты над черную дымящуюся бездной. Пускай из нашей памяти исчезло в столетие печальной голоты, он нас уводит, светил и сыров, сквозь небо от безбожия пустое, над горестной оседлости чертою, над гарью инквизиторских костров. И нас уже не мучает во снах навязчивая память Холокоста, которую позабыть, увы, непросто, ни в солнечную пору, ни в потьмах. Он нас уводит через птичий гам, наметив путь прерывистый и хрупкий, там движутся убогие скорлупки от Кипра к Левантийским берегам. Тут нас мы строим в дерзостных умах, он поведет, как мы того желаем, броневикам, сожженным на холмах, означивших возврат в Иерушалаем, гудит Иерихонская труба. Надежда воскрешается, не так ли? Из себя вчерашнего раба приходится выдавливать по капле. Живет Ребе на небе, под ним золоченый трон. На левом плече сидит Моисей, на правом плече Аарон. Шепчут в уши ему премудрость с обеих сторон. Это устная Тора, нерушимый закон. Кошерная рыба плывет в медовой реке, пасется молочное облако от тучи мясной вдалеке. Никто не дерзнет сварить козленка опять-таки в молоке. Козы дерезы за 3 гроша, купленной в городке. А была хорошая ярмарка и совсем неплох городок. И коза хорошая, дойная, слабая на передок. И синагога просторная обращена на восток. И полицейский усатый в корявых зубах свисток. Но все это тут, на небе, где хала лежит на столе. И все-таки интересно, что осталось там, на земле. Как там соседские дети, в достатке, небось, и в тепле, находят ли до сих пор золотые коронки в зале? Наверное, если находят, думают, повезло. Вместо кладбища парк, там девушка опирается на весло. В синагоге клуб, там танцы, или церковь,
Христос воскрес. Жаль, такие подробности не различишь с небес. Дорогие друзья, наш вечер сегодня задуман как перекличка. Вы видите, что выступают авторы, авторы антологии 70. Мы попросили их записаться, они из разных стран мира. И точно так же мы проводили нашу презентацию в Нью-Йорке. Авторы записались, мы их показывали, выводили на экран, затем выходили авторы, в данном случае, если мы говорим о Нью-Йорке, американские. Сегодня будут читать авторы из Израиля. И вы видели начало вечера. «Хатыква», «Гимн Израиля». Это вот так открывался вечер в Нью-Йорке. Анна Фидели, она исполнила израильский гимн. И нам очень приятно, что мы смогли сегодня привести его сюда, в Израиль, и вместе его прослушали, вместе в этом поучаствовали. Ну что, давайте начнем наш вечер. Прежде всего я хочу пригласить первый человек, который сегодня выступит. Это Игорь Бяльский. Игорь, пожалуйста. Добрый вечер. Для меня большая честь увидеть свои стихи, опубликованные в этой замечательной антологии. И большая честь начать поэтические чтения, посвященные выходу этой книги здесь, в нашей столице, в Иерусалиме. Я благодарю за предоставленную возможность, за приглашение издателей, составителей этой антологии, Рику Кацову и Геннадия Кацова. Я счастлив увидеть в книге имена многих моих любимых поэтов, моих друзей. Я особенно радуюсь обилию израильских имен, но, конечно, не могу сказать и некоторые свои печали. К сожалению, я не увидел таких всемирно известных авторов, живущих в Иерусалиме, как Юлий Ким, Елена Игнатова, еще некоторых израильских прекрасных поэтов, да и не только израильских. Я не увидел в книге, в этой прекрасной антологии, стихи соратников Геннадия Кацова по легендарному московскому клубу «Поэзия», Владимира Друка, Виктора Корки. Кстати, сегодня мы отмечаем, мы, я имею в виду ценители поэзии многих стран, 70-летний юбилей Виктора Владимировича Корки. Я, с вашего позволения, прочту два стихотворения, написанных довольно давно, но уже здесь, в Иерусалиме. Ну и в утешение составителям антологии, да и всем нам, просто процитирую Евгения Евтушенко, когда он отвечал на упреки, вот такого нет в антологии, такого, он сказал, ну что же, каждый, кто хочет, может составить свою собственную антологию и, да, ее читать, издавать, публиковать. Значит, стихотворение называется «Поднимаясь в Иерусалим». Как война с арабами эту страну берет за живое, за душу, горло, за все, что есть, так во мне вовсю закипать начинает лед, по прошествии тоже 8,5 лет. Или около этого, в среднем. Какой счет, если жизнь одна на всех, и любовь одна, одинешенько, жалобно, истово, как месть единственно и убийственно, как война. Я не помнил голос, не помнил твоих глаз. Я узнал тебя, потому что всегда знал. Я сказал, люблю
и неважно, в какой раз, потому что тебя, и неважно, где опоздал. И чинганский ветер, и тот белорусский лес, и одесский берег, где тоже встречались мы, а теперь и эти светящиеся холмы проникают одно в другое, наперерез, как войдя в автобус, протиснувшись, Нилсов, сумасшедший смертник, хамасовец, щурит взгляд, как зрачки двоятся на лицах у Пикассо, еще миг, и в один сольются и полетят, и летят на свет по ущелью. Мое шоссе летит на свет по ущелью, мое шоссе, и купальщик с Ренуаром не шлют взгляд, и Давид, и Владимир, Зев, и все три товарища пьют довоенный уже коньяк. За неважно, какого цвета твои глаза, за мой смертный пьют, и за посмертный бой, за живое, за душу. Личная война за независимость, за остаться самим собой. Еще одно стихотворение, посвящение одному из самых любимых моих поэтов, Семену Гринбергу, тоже участнику этой антологии. Он, к сожалению, не смог сегодня прийти. Посвящение Семену Гринбергу, одному из самых любимых моих поэтов, тоже участнику этой антологии. Семен, к сожалению, не смог сегодня прийти. Тоже давних времен, когда я, как и многие приехавшие сюда, занимался ничем, да, совсем профессионально, но сторожил разные места, в частности, строительство тоннеля между Гуш-Эционом и Иерусалимом. Ночного Вифлеема страж, а ежели сказать своими словами, не впадая в раж в небесном Иерусалиме, я сторож брату своему. Он тоже правнук Авраама, но и Агари. Потому и длится эта мелодрама. Пока не замирились мы, не худо б видеться пореже, но иудейские холмы, они для нас одни и те же. И это ночь, и это высь библейские, они едины. Не сжиться и не разойтись, и не переменить картины. Вот я, в дозорной маяте, вышагивающий кругами, вот он, в осторожной темноте, спешит к своей арабской маме. И мы встречаемся. Мой брат, поскольку всяко может статься, меня приветствует, мол, рад приветствовать и улыбаться. Поскольку я вооружен, а заодно неосторожен, то он не лезет на рожон и нож не достает из ножен. Приветствую. Его иврит, пожалуй, моего поглажа. Приятной стражи, говорит. Желаю мне приятной стражи. Спасибо. Чтобы не создалось ощущение, что мы чего-то в нашей антологии не досчитались, как Игорь говорит, я сразу отвечу, поскольку мы постоянно получаем вопросы, кого-то нет, кто-то есть. Я должен сказать, что мы в течение 8 месяцев собирали эту антологию. И, допустим, если мы говорим о моем родном клубе поэзии, то здесь представлены и Саша Бараш, он сегодня не смог прийти на презентацию, Ваш Израильский ныне, бывший московский поэт. Также представлены Юрий Гуголев, представлены Володя Строчков и так далее. Но нет, если мы говорим о клубе поэзии, к примеру, Лёва Рубинштейна или Сережи Гондлевского. И еще кого-то нет. Все дело в том, что у каждого есть своя причина. В отличие от Евтушенко, который отвечал, ну так напишите и создайте свою антологию. Я вам должен сказать, что когда-нибудь я напишу как журналист статью на тему, как создавалась эта антология. По разным причинам какие-то люди не смогли, несколько человек не захотели войти.
Я вам должен сказать, что есть люди, которые, может быть, не захотели войти, поскольку тема им была неинтересна, у них не было стихов на эту тему, а кто-то, признаюсь вам, не особенно любит государство Израиль. Есть и такие. Так что не буду никого называть, но по разным причинам были люди, которые не смогли или отказались войти в антологию. Таких было немного. Ася Шнейдерман, специально приехавшая на нашу презентацию Санкт-Петербурга, я хочу пригласить ее на сцену. Автор на антологии 70. Но получается, что из неизраильтян, пожалуй, Ася и я. Мы сегодня гости израильской столицы. Я в свою очередь тоже хочу поблагодарить устроителей, инициаторов, создателей антологии, конечно, всех участников, которые сегодня в зале и, наверное, за пределами зала следят с интересом, как вот я, когда 8 мая, да, была презентация в Нью-Йорке. Я как будто там была и все время об этом думала. Но это не было как бы такое проходное событие для меня тоже. Вот. Но я хочу сказать, что антология, ну это, наверное, продолжение того, что сказал Игорь Бельский, это как какая-то точка, в которой все сходится, да, сначала к ней ведет какие-то предыдущие события, да, а в свою очередь потом, когда это состоялось, это толчок для чего-то следующего и нового. Вот. Ну, я вот неделю назад приехала из Петербурга в Израиль, это далеко не первый мой визит, но впервые читаю, ну, пока еще не знаю, впервые читаю стихи не только в Иерусалиме, но в Израиле. Это, конечно, большое волнение, что, возможно, видно и слышно по голосу. Вот. Ну, я прочту два стихотворения. Вот одно я выбрала в связи с тем, что именно какой-то мостик между Петербургом и Иерусалимом обозначить, который вообще внутри себя я и последнее время, и вообще уже очень сильно чувствую. Иногда кажется, что по петербургским улицам выходишь прямо в иерусалимские, внутри себя, по крайней мере. Вот. И стихотворение это называется «К выставке памяти жертв Холокоста», которая проходила в Санкт-Петербурге, если знаете, такой огромный зал на Исаакиевской площади, в самом центре, центральный выставочный зал «Манеж». И вот устроители и, в свою очередь, инициаторы, это тоже, в общем-то, равносильно антологии, это выставка художественных произведений петербургских художников разных национальностей. Вот это Люба Добашина и Эдуард Шнейдерман, поэт и литературовед петербургский. Люба Добашина сегодня в этом зале, к счастью. И, значит, вот теперь, собственно, стихотворение, которое впервые я читала на вечере, который проходил на выставке памяти жертв Холокоста. «Смерть жидовским оккупантам, след когтя гвоздя на стеклянных дверях вагона метро под надписью «Не прислоняться» и точка. Четвероногая, без головы и туловища, мутант, сам за собой по пятам в припрыжку по кругу бегущий, свастика». Три слова на русском латиницей, чтоб облететь города и весь мира от наших дней до древнего Рима. Или, напротив, чтоб тем, кто поймет, не прочесть, а тем, кто прочтет, не добраться до смысла, невидимкой среди лязга, визга и свиста это повисло в темноте лабиринта тоннелей и сосудов, несется, проникая всюду, вплоть планеты, в сердцевину, в рассудок, а пассажиры от невозможности долгую долю секунды еще поспешней спешить, начинают друг друга смешить, истории их бородаты, жены обмануты, тещи сварливы, мужья рогаты, евреи, горе пророки, вместили в себя все земные пороки, так заняты этим занятием, occupied with this occupation, что некогда некому под четвернёй вороненной сталью подкованных вороных сапог сжаться от боли в кулак, с места сдвинуться, двинуть им так, чтобы вдребезги самую свастику. Даже я продолжаю лететь в преисподнюю, размышляя, even a seat in this car of this train is not occupied by me.
Ни одно место в вагоне этого поезда не занято мной, а раздвинуться в межстанционном пространстве на полном скаку прозрачные двери, шестеренка железная, многоногая свастика толпы смерчем крутится, вертится над головой, над моей, над случайной другой. И второе стихотворение по мотивам тоже прогулок или впечатлений, связанных с Тель-Авивом и также вот с Петербургом, вообще любым, может быть, морским городом. Не все ли равно, по какому ночному городу идти, если теплая осень, ветер с юга, пахнет морем? Не все ли равно, каким равномерен, размерен плеск, блеск маяка издалека, свет светофора, если воздух разнежен, влажен, разбух, напряг, обмяк, не вдохнешь, не проглотишь, и на мокрых деревьях, домах, на асфальте цветут огни, красавицы ночи, если в дом наобум какой не войдешь, люди все те же, все те же, точно так и кочуете вместе. Точно ты не один, и не все ли равно, на каком языке обратиться прохожий, если на все отвечаешь стихами. Спасибо. Ася Шнайдерман, я хочу пригласить к микрофону Игоря Берковича. Спасибо Геннадию и Рике, спасибо строителям. Я прочту стихотворение из этой книжки. Нелепый мы, нелепый мы народ. Наш долгожданный рыжий царь танцует и поет, а самый дохлый наш Орфей, плюгав и плодовит, предатель матери своей и недоцарь Давид. Я знаю, грек, твоя жена ужалена змеей, но ты спускаешься до дна в подвал земли сырой, чтоб, возвратившись, ярче петь янтарь и зелень дня. Но для чего три раза в век гоняют в ад меня? Зачем безличен, как трепанг, я глушен, как псих, ползу по скользким черепам племянников моих? Какие ветру и лесам я вынесу слова, когда я сам сожженная трава. На сером выступе стены поток кудрявый спит, из-за витка морской волны выскакивает кит, и затаившийся в груди, слежавшийся как куль, я слышу голос: выходи, попей, садись за руль. О город, слякоть серых зим, сапожек узкий след, весь твой лирический бензин, зеленый красный свет. Но прорастает мой народ не здесь, а на холмах. И кто-то рупор мне сует, выносит ствол в потьмах, как окончательный вердикт, обойму скрипя. 13 медных эвридик, последнюю себя. Над Черным морем светлый дым, волна, обрыв, волна. И голос прыгает по ним, как полная луна. Бегите все, кладите все, дорожный хлеб в сумы. Бегите все, теките все на желтые холмы от южных мам, восточных лам и северных морей. И верьте, что вернется к нам наш царь Давид Орфей. Спасибо. Буквы горящей книги. Еврейское кладбище под Франкфуртом. Стихотворение посвящается Асе Шнайдерман. Кладбище, не кладбище, Бегребенштетте, место захоронения. Калитка намертво заварена, оплакивается извне. Памятники выстроились вдоль стены, ждут залпа из дула скворечника. Этих
не убили пулями. Этих убило время. Вспоминаешь о мертвых, о живых, что ускользнули от костров, погромов и лагерей в 21 век. О том, что буквы горящей книги пляшут в огне не всегда. И не всегда буквально. Приемница не греющих широт, где не в попад коса летит на камень, и память, словно бабкин огород, бессонный, зарастает лопухами. Я помню звук, тот самый первый хруст, хоть говорят вначале было слово, у чьих-то ног осыпавшийся куст шуршал газеты 68-го. Не домысел, я слышала сама, с такого дна глухого, но поди ж ты, под фонарем кругами шла зима, и в ночь с орбиты обрывалась трижды, летела манны, падала халвой я той зимы, нахлебник и наследник, и Суламиф, беременная мной, завязывала на спине передник. Родительный падеж, кого, чего, уже тогда звучало во мне в полсилы, когда соседка слово «Рождество» чуть заговорчески произносила ей маковым пропавшим молоком, в подъезде прибиравшийся в сочельник, хотелось, чтобы с каждым сапогом на лестнице расшаркивался веник. Во лбу семерка, пассажир во рту, гундосил заблудившийся автобус, и реки вен текли по животу, похожему на выпеченный глобус, и оттеняя темно-синий диск. О, девочка моя, как много света! Наш ясень превращался в тамариск. Я ощущал превращение это. Фонарно трещала голова, под кроличьей не умещаясь шапкой. Еловый лес летел под жернова, вращаемый отставной лошадкой, уже слепой, но слышащий пока. Ша на муке замешивает вьюгу ничейная широкая рука, пускающая музыку по кругу. На 33-м прыгала игла, поддетая невидимым мизинцем. А я в ту пору всей землей была обтянутой аляповатым ситцем. Песенка ерунда. Они пришли на нашу землю, чужаки. Они ушли пешком под землю, чужаки. Они сначала рыли ям, чудаки. Потом на идиш звали маму, чудаки. Они тогда жили с нами, чужаки. Потом как будто стали с нами, чудаки. Они тревожат нас ночами, чудаки. Да пожимаем мы плечами, чудаки. Они пропали в Минском гетто навсегда. Они когда-то были где-то. Хрустела земля под мертвым песком, с неба сыпалась мгла, когда накрывали плотным платком спятившего щегла. Он пел раскрашенный иудей про черное солнце Пурим, про то, как блуждал в лесу кораблей державный подросток Рим. Все, что на свете щегол повидал, ему представлялось сном. Из глотки его ледяная вода медом текла и вином. К точке всегда замолкает глагол, речи положен предел. Воздуха нет под платком, но щегол кричал, трепыхался, пел. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену Геннадия Кацова, который является не только одним из владельцев издательства «Крик Паблишинг Хаус», но и сосоставителем и соиздателем антологии. Сегодня он выступает в двух ипостасях, и как
организатор и как поэт Геннадий Кацов. Мне очень приятно двух поставить, да хоть и трех, на самом деле главное, это то, что мы приехали в Иерусалим, выступаем здесь. Это для нас это большое счастье. Спасибо вам, спасибо тем, кто нас пригласил. Спасибо тем, кто участвовал в этой антологии. Мы очень рады, что так получилось. Судный день 2. Пламя всерьез изучает предмет дотла. Так же, как жизнь, зачитает дыр карман. Бог милосердия, то бишь добра и зла, как для рыбацкой филюги гигант кальмар. Видится мне возглавляющим в день суда, в зале похожим на бальный, без слов процесс. Сроки там большую частью от навсегда можно на Божьем бескрайнем лице прочесть. Ветер Атлантики трогает небосвод, гладит гудящего купола плексиглаз. Словно ты годы куда-то спешил, и вот остановился, не веря тому, что глаз застит слеза. Это ветер, а что еще? И будто птичий, протяжный над ухом звук. Весть на закате о том, что сейчас прощен, ибо пока есть на выбор одно из двух. Год 5776. Память сладкого теста в сплетении халы, наполнявшего прежде вершины холмов, чьи скупые ландшафты по вышним лекалам человек не представить, не помнить не мог. Чешуя небосвода, плывущего к югу, в рыбьем жире рассветном, сквозь толщу веков, где упавшие звезды, прощаясь друг с другом, сорошают пустыни из черных песков. Кровяные тельцы в восходящем тумане путь меняют на белый, и путник в ответ, поминая с тревогой языческий танец, расправляет ладонями ветхий завет. Пряный запах над книжной страницей ванили. Шестикрылого солнца парящий полет, желтой ниткой пришитый к пространству. И или по деревьям сентябрьским стекающий мед. Апотропей. Горизонт, чей восход одинаков, пусть и непредсказуем закат, сбережет от блуждающих знаков все, что вышнее носит река. Там мой прадед и дед Кожемять, пелошвейки их жовных слог, будто веч будет вечно картавым и мягким, и тяжелым, и мокрым, и слуг. Уплывают цитаты по вере, по страницам молитвы, где гром сотрясает скрипящие двери, предвещая воскресный погром. И летит деревянная стружка, стаи птиц становясь на пути, где малышка сидеет старушкой. И ничто их не может спасти, кто бы нас уберег от времен тех, от разлуки с несчастной родней, все плывущих по царству мертвых, жертв грядущих одну за одной. Шестикрылые шестиконечны, ночь никак и исходит. Пока горизонт не спеша, человечно, не пропишет по небу рука. Рошашана. Судный день 1. А ты не спишь в ночи, не умер, не жив, хотя не одинок, и до рассвета бубер, стучит бубнящий висок. Осенний судный день, в который, записанный в одну из книг, услышишь звуки кьерки горна, что сам собой в себе возник. И барабанные перепонки разрыв нельзя предугадать, когда возникнет голос звонкий, закрывший в храме день суда. Какой народ такой и гибель, и одиночество в пути, в пятитысячелетнем беге обречено себя спасти, себя вести через потери букв алфавита, букваря, всего двуконечной цели, все это заново творя. Среди земных дорожных знаков, Альгамбр, Рейхстаг, пирамид, путь одиночеств одинаков, как и Монат и Маймонит. Ну, еще одно стихотворение. Исход. Они все шли и шли, и из-под ила тысячелетий липкий хлам вставал, и вертикально неземная сила держалась с двух сторон кипящий вал.
еще рабы под властью фараона, еще, по сути, разношерстный сброд, не знавший свободы и законы, и сам в себя не верящий народ, они все шли вперед для прочих наций, став навсегда живым примером в том, что если уж из рабства выбираться, то безоглядно и с большим трудом. Спасибо. Гершон Тресман. Ну, хотелось бы присоединиться ко всем благодарностям, которые прозвучали до меня, и еще одно слово добавить. Я прочту всего то стихотворение, и то я ему обрезание сделал, потому что время здесь ограничено. Баллада об исходе. Не повезло однажды иудею, влюбился дурень в русскую идею, а заодно, должно быть, тоже с дуру, влюбился он в российскую культуру. И нет печальней повести на свете, чем о таком неистовом дуэте, исполненная крепко, на века, глубиннейшая русская идея Россию довела до тупика, о благе всей империи радея, она кого угодно доведет. Но если разобраться, наш народ к идее и культуре как полип, не за глаза красивые прилип. Он чуял все российские болезни, поскольку сам запутался в своих. И втайне от себя считал полезней делить все искушения на двоих. Он видел через русскую культуру, бросая в ней надолго якоря, загадочной души своей структуру, свое призвание исподволь творя. Иуда Сетериф наш скорбный пыл, нас Каин в революцию пустил. С 20-х приблизительно готов, когда интеллигенция России или изошла из русских берегов, или погибла, где они, спроси их, напористая гвардия жидов самозабвенно заняла их место, как пел Утесов от Москвы до Бреста, и не существовало городов, где не было евреев, в аппаратах, директоратах и военкоматах, чего смеяться, сами виноваты. И колокол сейчас звонит по ком, не спрашивай. Мы стали костяком идей, интеллигенции, культуры, от профессуры до литературы, серпом имперским, да и молотком. А что порою серп имперский жал, и без того обрезанные члены, хотя его еврей в руке держал, ты сам виновен, гражданин вселенной. Едва не до сегодняшнего дня российская идея мессианства души твоей астральное пространство заполоняла. Верность ей храня, желал объединить ты все народы любовью и, конечно, красотой, но вместо рая породил урода и долго грезил под его пятой. Что ведал ты, наивный наш лопух, когда ветхозаветный ярый дух ты вколошматил в русскую идею, российским мессианством заболев, и от восторга, захлебнувшись ею, храм начал возводить, а вышел хлев. Уже ли след совести иудея, и прется он во имя светлых дней в любую мессианскую идею, когда подпустят иудея к ней? Кто может, память запросто отбросив, друг с другом затевать смертельный торг? Идут твои евреи, Франц Иосиф, твоих евреев истреблять, Георг. А ныне, брат, империи конец нет более, и более не будет. Ей премию посмертную присудит за самоистребление Творец. Даст Бог, возникнет новой страной Россия, но имперская Россия отправится в изгнание со мной. И к ней на помощь не придет Мессия, едва ли какой Сизиф опять возьмет воистину Сизифов труд на плечи, сплотить ее народы и наречья в единый русский избранный народ, к чему ж мы городили огород. Народы разбредутся по углам,
и с ними вместе их интеллигенты, и каждый сам себе построит храм, и станет сам себе сулить презенты, соборность наша потеряет вес, идею по кускам доценты сгложут, и всех объединить сегодня сможет, пожалуй, только голый интерес. Культуру вряд ли можно воскресить. И дело нынче в сущности не в этом, но мы ее продлим, и, может быть, обогатим ее закатным светом, дабы заветный луч теплом проник туда, где завтра облака несутся. Мы сохраним культуру как родник для всех, кто к ней захочет прикоснуться. Спасибо. Гершон Тресма. Я хочу пригласить нашего автора Марину Меломед. Она выступит вместе с Яковом Горбузенко. Ариэла, Марина. А микрофон он тоже включен. Окей, а можно включить микрофон? Светлана, ты позже или отнесется? Да. Раз, 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 да. Копают землю, хоть бы и святую, меняют ей разметку и асфальт. Я угадала истину простую, что человек он в сущности базальт. Иди вперед прямой дорогой к храму, но пережди, когда идет ремонт. Не стоит делать из дороги драму, здесь не пустыня, хоть и не бомонд. А песенка посвящается государству Израиль, подаренная ему на день рождения. Припеве поем на иврите. Арабская лютня, она же альбут. Слышно нас? Про царей, про цариц этот блиц, как не падали мы ниц и на плац, как готовил нам абзац каждый поц и хотел устроить полный альбац. От земли до небес через лес, то ли вверх, а то ли вниз, темный лаз. Мы природы и конечный каприз, настоящий, скажем прямо, алмаз. Не случайно и не мимо мы пришли к Иерусалиму под божественный без грима навес. Завершился стародавний рассказ, перешел за веков век сухогруз. Новый день и новый полдень у нас. Дай-дай-дай-ну, 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 дай-ну, 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 дай-дай-дай-ну, 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 дай-ну, дай-ну. С днем рождения, дорогая страна, на планете у меня ты одна. Я твой ветер, то ли норд, то ли бриз, твой кустарник и твой кипарис. Хоть родился и не здесь, и не раз, но пророс, как белый рис в этот час. Дай-дай-ей-ну, 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 дай-ну, 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 дай-дай-ей-ну, 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 дай-ну, дай-ну. Ситуация, моя дорогая, она по-прежнему грустная, по меньшей мере. Теряешь одну, приходит другая, но каждый сам в одиночку боится своей потери. Что такое потеря? Поиски дома, пустое место в груди субъекта, правоверные за меня справляют субботу, где угодно, а я молодее, ношу по гостям грудную клетку. Как стареет женщина. Память о боли, крик Филипп, в окно, в горящую бездну, забота о пыли. Мужчина стареет, как волк, в диком поле, ища реку родную, потом на пределе видит душу свою, как маяк в тумане, плывущий, зримый, недостижимый. Корабль жизни проходит мимо в мерцающем караване, и на борту неразборчиво имя, что
Что же остается? Глоток свободы, приятие неизбежного счета, счета, заботы, вечерняя почта, о чем Всевышний? Дожить до субботы, дорож шашана до эрец, и там залечь ночью. Камень стынет медленно, звезды хрупки, пахнет горящим вереском, мусором от ромалы, сухой кровью. Лежу один, поднимаю к луне озябшие руки, своему покою не веря, и на меня тихо старея, глядят удивленно масличные деревья, так и не узнав, что они деревья. Дочитанную книжку обязательно прочти. Ищет правды мой братишка, там, где правду не найти. Он совсем еще ребенок, просыпаясь кое-как, улыбается с просонок и читает натощак. Голод, тиф, укажет фигу, страшно, братец, не шути. Недочитанную книгу обязательно прочти. Что за всадник там маячит, догоняющий судьбу? Соломон степями скачет с красной звездочкой во лбу. Старший брат заходит в воду, через озеро плывет. И плывет за годом годы, ищет правду, не найдет. А в далеком Израиле Хинга, старшая сестра, одинока на могиле. Спи, Аврашка, мне пора. Недочитанная книжка вместо траурных цветов. Ты прости меня, братишка, будь готов. Раб Авраамовой ощупью резкую боль обработал. В решительный бой бросил на исповедь роту еврейскую, ветхого днями служитель слепой. Вышнему свету отважно нижайшие требования из обещанных. Ах! Нашему взводу дежурство ближайшее шанс востревожило на небесах. Ночью срывалась проворная курява, дрейф Украине отдать добра с желтым рубцом у повторного. Кубаря брал на рукавник поторф-то трава. Мова расистая, влажная, низовысь. Рабби меньшин, машинальная мразь. Льгут камуфляжные рябинушки в зимопись. Флаг шестопал, заря. Для вошедшего в церковь запах грузовых вагонов, простаивающих на зное, дух просмоленных брусьев. Для поющего гимны в горбатых сосновых стенах, украшенных резьбой по темному дереву, позволит мне замазать шелест памятных дат, фотоснимков с составами в Польшу, с деревянными чемоданами. Я хочу пригласить на сцену израильского поэта Геннадия Безукова. Вам, Геннадий, спасибо. А если это придумал Рика, то Рике спасибо. Рике в любом случае. Я прочту два стихотворения, которые ввиду своей протяженности в подборку, которая опубликована в упомянутом здесь так многократно сборнике, войти не смогли.
стелется дым за французской горкой, панорама на вкус кажется горькой, горьковатой, слишком прозрачной, в пышных оборках дальнего дыма, что клубится за горкой означенной, будто поезд следует мимо, например, из Каира в Багдад. Это восточный экспресс, он не придет назад, да и туда нет мест. Все скуплены Пуаро в 27-м году. Здесь было не так пестро, когда, спрыгнувши на ходу, мимо крутых эстакад, которых нет до сих пор, глядел пассажир назад, как железнодорожный вор, и видел, что прежний дым стоит вверху недвижим, поверх недвижных колес, поверх застывших телес, сквозь них еще не пророс насаженный позже лес, сквозь них еще не взошла трава, тоже дело рук, она растет сквозь тела под монотонный звук косилок, гудков, сирен, арабской брани склок, поскольку час перемен так же от нас далек, как время великих дел, где поезд оцепенел, как дымный фантом. Сейчас собьется над ним пассажир и полетит вдоль террас, где он когда-то жил, на восток уходя, меж клочьев былых кулис, будто призрак дождя, которого не дождались. Прощай, Европа, мы не европейцы. Кто, слыша это, держится за сердце, кто весело подсвистывает вслед, а нас уж нет. Прощай же, и не нужно оправданий тому, что протекли дорогой дальней, а после, наконец, слились ручьи здесь, в зоне И. Прощай, Европа, видно, в самом деле, глаза в твоих музеях проглядели мы до того, что в пустоте зрачка нет слез пока. Прощай, Европа, плакать неохота, не прихватив ни Дюрера, ни Джотто, в краю, где камни растворяет свет, им места нет. Прощай, Европа, от тебя подальше, от многослойности налипшей фальши, от равенства ненужного до слез, от всех речей и поз. Прощай, Европа, твердо насмерть стоя, ты пропадаешь в сумерках, как Троя, вернее, ее руины там вдали, откуда мы ушли и не вернемся. Так прощай же, что ли, мы от тебя оторваны без боли, без пафоса, одним движением рук под восходящий звук. Нет ни хорала, песни левантийской, столь странно близкой, что если дух народа вправду есть, то только здесь. Спасибо. Геннадий Беззубов. Я приглашаю к микрофону Светлану Аксенову Штейнбург. Я умудрилась очки сломать, но надеюсь. Я хочу тоже сказать большое спасибо, и не потому, что так положено, а я думаю, что собрать под одной обложкой 70 поэтов из 14 стран – это титанический труд. И если кто-то не вошел, я тут не согласна с глубоко уважаемым мною Игорем Вяльским, который замечательный поэт и замечательный редактор, но невозможно, как говорил, нельзя объять необъятное. Всегда кто-то останется за бортом, и прекрасные поэты. И тем не менее, это замечательный титанический труд. Спасибо вам за это. Эту минуту не считается.
А теперь, я приехала в Иерусалим в мае 91 года, и я прочту вам первое свое стихотворение. Может быть, сейчас я к нему отношусь несколько скептически, но оно первое, написанное в Израиле, и оно об этом городе, Иерусалиме. И написала я его буквально через неделю после своего приезда. Называется оно «Иерусалим». Ничего себе ветер! Ничего себе ветер, стремительнее аэропланов. Ничего себе город, летящий на смуглых холмах. Может, это входило в его грандиозные планы. Может, это сквозило в моих человеческих снах. В синагогах печальных, где таяли тихие свечки, изначальная тайна томилась звучанье стиха. И стояли евреи, заблудшие мира овечки, и ни с кем не хотели делить своего пастуха. Только вечную книгу с собою носили в изгнанье, только щит беззащитный, Давида земную звезду, и веселую грусть, и тревожный покой мироздания, что сквозит над землей, по которой сегодня иду. Запоздало свидание, на тысячи лет запоздало, запоздало свидание, на тысячи лет запоздало. Застревала не встреча моя в неподвижных веках, застывала в чужбинах холодных, в чужих языках, в ненадежных домах, с бесприютным уютом вокзала. Я не знаю, зачем и какую стихийную силой перепутаны в жизни моей времена и миры, и внезапный озноб этой лютой восточной жары непонятно похож на заснеженный воздух России. Да, они важны. Сейчас. Прекрасная, несчастная страна, беспечная, бесстрашная, шальная, где длится бесконечная война, где праздников безудержных волна, солдатский пот и слезы вдов смывает, где терпкий вкус веселья и вина, и где свечей субботних тишина. Колодец душ заблудших освещает. Единственная странная страна, которой эта вечная вина, быть может, потому присуждена, что обитать отважилась она в неосторожной близости от рая. Ну, еще два коротеньких. Распадаются связи, слова и семейства, укрепляются фобии и фарисейство, воздух пахнет бензином и ржавой резиной, и шахиды, услышав призыв муэдзина, отправляются в райские кущи Пардеса, где в награду, как тысячу лет до прогресса, скромно-страстные фурии сладкого страха отдаются под зорким присмотром Аллаха. А хасиды в одеждах поношенной шляхты в синагоги спешат, как шахтеры на вахты, добывая из глыб души вдохновенной золотые молитвы владыки вселенной, всемогущему блогеру вечного света, как давно от него мы не слышим ответа. Видно, мастер смертельно устал от работы, и теперь, как в запое, уходит в субботы. И, увы, от Машеха нету подмоги. Может, ослик его околел по дороге. Эта жизнь проходит, а время стоит неподвижно, окуная меня, возвращая в Эдем невозвратный. Это старые ставни скрипят в моих снах предзакатных.
Это воет собака, срывая истлевшие тети, и тоска полуночная. Тени неясные лепит, ненасытный хамсин теребит бездыханное лето и потеет в экстазе своих наслаждений привычных. Это солнечный диск к равнодушному небу привинчен. Оживают века, и предчувствия девочки книжной проступают, темнеют, как в комнате плесени пятна от израильских ливневых зим, не похожих на зиму. Это сердце щемит, это бродит любовь пилигримом, это гаснет маяк и срывается с якоря пристань, это в горле комок нерастраченной нежности приступ. Так врывается ветер в задушенный стенами дом, так смываются слезы вселенским слепым сквозняком. Так не знают о ком, забывают о чем и зачем. Извинит трава, и становится все нипочем. Сейчас я приглашаю на эту сцену Вадима Гройсмана, израильского поэта. Как первый еврей Авраам, приведший стада из Харана, и мы поклонились горам, хлебнули огня и тумана, по древним и новым правам владели серпом Ханаана. Нам случай божественный дан, пылающий рог изобилья, мы шли по тяжелым следам, по знакам из каменной пыли, и в шумном цвету Иордан открылся с вершины Вифиля. В дорогу пустились давно, и наша отчизна далече, и в памяти стало темно, забытое давит на плечи, слились в золотое пятно, людские дурты и овечьи. Устали и в поле легли, на дне бесконечного лета, во тьме обожженной земли, в жилище небесного света, мы сделали все, что могли, и в землю зарыты за это. Вставай же, приятель, пора, и в смерти не будет покоя, забавная эта игра, родится во время такое, ни вечности нет, ни добра, лишь глина всегда под рукою. Еще пришлицы города лежат в неразобранных грудах, пылят по равнине стада, плывут пастухи на верблюдах, и чудо пустыни, вода колышется в ярких сосудах. Я разобрать вовеки не сумею, сквозь призрачную тьму, что сделал мне Лаван из Арамеи, что сделал я ему. Вот он стоит у сгнившего порога, легка его вина, но в книге у злопамятного Бога записана она. Кто на земле открыл нам двери ада, кто вырыл котлован, и тем дана забвение прохлада, а ты терпи, Лаван, в истории... В истории сомнительном когда-то жилье себе слепи, забытые имена, могилы, даты, а ты терпи, терпи, ползут стада холодного тумана, а камень бьет волна, века белы, как седина Лавана, а ночь времен черна. В жестоком, обжигающем краю, где дымный полог скрадывает дали, мы будто в нескончаемом раю в живой воде трубами припадали. Струна воды и колесо огня затихли в утомленном вертограде, и в сумерках безжалостного дня деревья растворяются в прохладе. Когда же станет пусто и темно, мы сядем на кривом пороге рая и будем пить последнее вино, последний хлеб делить, благословляя. Пускай простит улыбку и слезу, и сложит из теней подобие знака, создавший виноградную лозу,
и хлебный тост, выведший из мрака. Спасибо. Я твой еврей, когда замерзну окончательно, прильну к тебе, но отогрей, забудь шагов моих зачатинов, я твой еврей, а это значит мне обещано, грешить и трусить за людей, приду к тебе, о моя женщина, я твой еврей, в тебе загублено достаточно навязанных судьбой страстей, освободись от правды карточной. Я твой еврей, я осознал в себе заложено надежды вековых корней, страшусь в себе мессии ложного, я твой еврей. 9 ала. Мой псевдоним и жизнь моя качели. Владимир Жаботинский. Полынь звезда упала с неба и черным погребала города. Мир — город крови, добра и зла, свершается в нем ава без конца. Девятое и повторительная ава. Как вспаханный Иерусалим, махровый траур расцветает на будущих торжественных руинах. Как тщетны все величия и жертвы человечьи, вокруг одной черты качаются качели, и черной горечью горит полынь-звезда. Как голова колючая чертополоха, по обе стороны проносится чума. Под светом черноокол кочевым. Вокруг одной черты качаются качели. На свете есть страна, где я не буду лишним, где хлебом и водой меня не попрекнут, где именем моим толпа не оскорбится, и лучший мой порыв не назовут чужим. На свете есть страна, где звание человека величием предков мне не нужно искупать. Не встретят там мой стон холодной издевкой, не станет боль моя народным торжеством. На свете есть страна, где мысль мою не свяжут, где гордости моей ярмом не оскорбят. Она не рай земной, но мне найдется пища. Она не широка, но мне найдется кров. Она моя страна, и в ней мое бессмертие. Я злак ее долин, я прах ее пустынь. В ее земле взойти, с ее землей смешаться. Вот все, о чем молюсь, вот все, о чем скорблю. Туда, туда! Где улицы крутые, где храмы золотые и вечная звезда, где ангелов пенья над каждым холмом, сквозь лед забвенья прорастает лучший дом. Зови, зови, стань искрой путеводной, стань песней перелетной, гуляй в моей крови, с разбега, с размаха примчусь на пролом, сквозь пепел страха прорастает лучший дом. Пора, пора, не стоит слез потери, замков не стоят двери, не стоит свеч игра, ничтожны вершины, и то покорем. Сквозь рай чужбины прорастает отчий дом. Веди, веди, как вел Орфей из ада, последняя преграда взорвется позади, смыкаются руки бессмертным кольцом, сквозь пласт разлуки прорастали тощий дом. Я хочу пригласить Владимира Ханова. Израиль и Иерусалим.
хочу выразить благодарность составителям, издателям вот этого сборника, этой антологии. Это действительно колоссальный труд там и так далее. Дополнительно благодарность за то, что в эту антологию пригласили меня. И я это, разумеется, воспринимаю как честь. Значит, я приехал в 96-м году, и был такой какой-то период, должно быть, я очень устал от Ленинграда. Я не сразу же начал здесь писать. И я переждал какой-то период эйфории там, и так далее. И вот однажды, когда я спустя 5 лет, наверное, я возвращался из Ленинграда, куда ездил, там еще жила моя мама. И вот когда самолет стал снижаться над Тель-Авивом, я подумал, ну вот я и дома. Вот я хочу сказать, что вот тогда я, пожалуй, впервые почувствовал, и это уже чувство меня не оставляло. Значит, я прочитаю. Кутить, геройствовать, бывать за океаном, есть пустыни, Рокфорн, пить скотч и абсолют, общаться запросто с изгнанником титаном поэзии, нигде не ждать, когда нальют, работать на износ за жалкую зарплату, мечтать о пенсии, глотать волокордин, не позволять себе сверхплановую трату, меж съемных и чужих скитаться до седин. Похоже, время спит, и только мы проходим. Где детство в Угличе, рай царского села? Не замедляя шаг между двух несхожих родин, так жизнь моя пройдет или уже прошла. Там бедный воздух сер, а здесь горяч и древен. Там прожил пасынком, и здесь не ко двору, засохшей веткой на своем фамильном древе, я здесь, неважно где, в Хевроне, в Бершеве, когда-нибудь умру. Усталым, видимо, и вряд ли слишком смелым, уже не издали глядящим за порог, где ждет нас всех она, костлявая, вся в белом, всему на свете знающий срок, геройству, кутежам, смиряющей работе, диковинному сну, где вместе ад и рай, Кулон, Батьям, Кацерин, Хермон в крутом полете, седой Ям Атихон в полуденной дремоте, Сфат, Иерусалим и солнце через край. Еще одно стихотворение, которое возможно, я не пришел бы мне в голову в Ленинграде. Дело в том, что в Ленинграде, бывшие ленинградцы, москвичи, мы на самом деле самые ассимилированные среди репатриантов. И кроме того, мы очень мало знали и об Израиле, и о иудаизме, и даже о Холокосте и так далее и подобное. Но вот стихотворение написано здесь. В Петергофе однажды, в году 94-м, в ночь под новый по старому стилю, под водку и грог, я случайно увидел на фото, довольно затертым, старика в филактериях, дувшего выгнутый рог. Радит где-то в Литве до войны, объяснился хозяин. То ли Каунас, то ли я эти истории знал. Даже немцы прийти не успели. Их местные взяли, увели и убили. Обычный в то время финал. Этот мертвый старик был в шафар, Новый год отмечая. В теплый месяц тишерей, не похожий ничуть на январь. Тщетно звал я на помощь семейную память, смущая тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь. Не такая уж длинная, думал я, эта дорога, от тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времен. У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога, если все по закону, зачем этот страшный закон? Был обычный январь, снегопад барабанил по крыше, по стеклу проносились пунктиры
автобусных фар. Город медленно спал, и единственный звук, что был слышен, мертвый старый еврей дул в шафар, дул в шафар, дул в шафар. Елена Сидорова. Я сын Елена Акселерот, она, к сожалению, не смогла сегодня приехать, но я должен передать благодарность составителям и издателям «Альманаха». Надо сказать, что подобная история случилась 30 лет назад. Нас пригласили в Чикаго на фестиваль русского искусства. Мы еще жили в Москве. И я оформлялся через Союз театральных деятелей, я работал художником в Московском театре. Меня выпустили, а мамы нет, и я за нее читал стихи. И сейчас такая аналогичная ситуация, я хочу прочесть одно ее стихотворение. Надо сказать, что семья наша как раз очень была связана с еврейской культурой тесно. Дед мой был еврейский художник, мама и бабушка переводили с идыш на русский, поэтому мы как-то были очень связаны именно с еврейской культурой. И как-то в Варшаве нас пригласили в еврейский театр, в идышистский театр, где играли польские актеры на идыш, потому что евреев уже не было. Старый вальс в Новой Варшаве. Сейчас я возьму очки, чтобы не сбиться. Раз, два, три, раз, два, три, скрипка запела, в сумраке пары кружаться не смело, марля колышется на авансцене, кружатся призраки, кружатся тени. Раз, два, три, свадьба в местечке, вот в семисвешниках вспыхнули свечки. Ясно горит бутафорское пламя, гости и слав, рады милана, рада невеста, весел жених. В леках и тейглах поспели для них. Пары кружатся на сцене Варшавы. Что же за праздник без острой приправы? Раз, два, три, раз, два, три. Замерли пары. Вздрогнул смычок в ожидании кары. Может, в изгнание прямо со сцены. Может, Майдан, может, Освенцим. Старый скрипач сдернул песни, ермолку. И за кулисы всплакнул в тихомолку. Раз, два, три, скрипка, футляр, ночь у порога, пустой тротуар. На рынке. Ей в спину кричали: бабушка, бабушка, картошку бери, один шекель картошка. Старушка, прикрытая шляпкой макушка, зачеркнута жгучей, как день, поварешкой, с картошкой вместе и перцем кунцовым, с коврами, ворами, изюмом, клубникой. Торговцы, торговки плутуют над пловом на кухне базара разноязыкой. Увяло свернулась, как в супе петрушка, бабушка пугливая, интеллигентка, старушка-вострушка, шутиха, петрушка. Соломка свалялась, отклеилась лента. Еще одно стихотворение. Возраст. Я не хочу, чтоб меня забывали те, кто меня в нетерпении звали, те, кому я становлюсь безразличным, но умирая, рождаюсь вторично, сквозь серпантинную спесь километров, сквозь парусинную занавесь ветров, переминаясь у края откоса, все надрываясь, кричу без голоса. Я не хочу, чтобы нас разделяли лет моих лишних витки и спирали. Вас не забуду, пусть вы отдельно, с вами я буду ночно и денно, в душу не вторгнусь, если не звали. Я не хочу, чтоб меня забывали. Спасибо.
Семен Краев. Снег с осенней мокрой грязью перемешан. Он хлюпает, он одинок и грешен, разъезжен и разбит, все человек. Приземистые мазанки, дворы, журавль клюет поваленный колодец, сутулый мой, испуганный народец, как мы стары, как мы с тобой стары. В одном окне молчат, в другом кричат, а в третьем еле слышно бормочет. Как ты прекрасна, голубицы очи. Мед твой язык, уста твоих гранат. Хрустит звезда, стеклянный леденец, печные трубы ходят горьким дымом, и вечно, вечный нож свой праотец возносит наблюдающим просыном. И тогда один вагон говорит другому вагону. Знаешь, Войцах, я так измучился в этот месяц. Без продыха, восемь, знал бы, не согласился. Помнишь графию, вон ее подгоняют к перрону. А я ведь почти женился, почти сцепился. Думал, будем возить, думал, будем вместе. Эх, ее бы Войцах на 8 осей поставить. 8, нет ни конца, ни края. И когда они кончатся, скажи на милость. А воняют, Матерь Божья, как же они воняют. Доски мои уже начали подгнивать местами. Другой вагон говорит, понимаешь, Милош, у меня самого все нутро исцарапано в древесину. Вон взгляни, дверь открывает, ногтей обломки. Но надо просто делать дело, согласно уставу, чин. Думаю, все закончится очень скоро. И ты не расстраивайся, будут еще девчонки. Может, и отпуск дадут. Все ж Рождество Христово. Очень короткий. По городу бродил и стены трогал. Ощупывал, как троскочью дорогу слепой, не веря собственной руке, прислушиваясь к шуму вдалеке и в пустоту, боясь поставить ногу, ощупывает. Так строка к строке подходит осторожно, так украдкой, так пробовал найти пустоты, вкладки и спрятаться, и стать одним из них, прохладных, желтых, вытертых, сухих камней стены, приобретя повадки вещей недвижных, верных и простых, где слово «камень» на поверку «камень», и полнить воздух ложью и стихами не надо бы. Горланин муэнтин, ушкемских рыбок, рынок, яблоки и груши. Забиться в стену, слушать. Израиль, падла, Бог один. И последний. Креблах для трапезы перед судным днем символизирует спасение евреев Всевышнего. Гефильтр на Новый год символизирует спасение евреев Всевышнего. Горькая трава на Пасху символизирует спасение евреев Всевышнего. Макароны по-флотски, как я говорю, после работы на ужин, символизируют спасение евреев Всевышнего. Сосед, курящий в окно, и его говорящая жена символизируют спасение евреев Всевышнего. 100-шекелевая проститутка на центральной автобусной станции символизирует спасение евреев Всевышнего. Все, к чему прикасается взгляд, символизирует спасение евреев Всевышнего. Я вижу. Ибо в смерти нет памятования о тебе. В гробе кто будет славить тебя? Браво! Катались. Черный споднице, купленный в районе Мия-Шарим, в подвале готового платья, с белой повязкой на лбу, с белым облаком на голубом покрывале, окутавшим Иерусалим. Моя младшая дочь сопровождала меня к стене плача, когда мы достигли предела, где мужчины и мальчики идут на север, а женщины и девочки на юг. Я одна боюсь, сказала дочь, и я повел ее за собой, девочку, мальчика, мотылька. Текла река пилигримов, мы прошли страной,
выбрали расщелину в желтых камнях неопалимых и вместе вложили записку. Forgive us, dear God, spare our people. Прости, родной, пощади наших любимых. Да, а вот генцы мясо едят. Бабушка входит, держа в полотенце сковороду, на которой шкварчат, сделанные из очисток картофеля, драники. Их со слезами готовили, их почему-то не кушают генцы, хоть в них вся польза, а в мясе весь яд. К генцам у бабушки зависти нет, пусть их владели всем домом, при этом шили корсеты. Генцев корсет шел и для малого, и для большого, полный Пешинской и Люба Орлова, это когда уже для моссовета, генцами скушивались в обед. Кошка задумалась в рыхлом снегу. Бабушка снова в слезах. Каково им? Жалко, я вам передать не могу. Генца Володю особенно жалко. Вот ведь во всем виновата овчарка. Выла в бомбежку предательским воем, слава условные знаки врагу. Двор артистического кафе. Ящики из-под слоеных пирожных. Папе лет 8. Свинец в рукаве. Если кто первым залез в эти ящики, он же все крошки возьмет, настоящие. Он же получит под дых и по роже. Вряд ли по яйцам, по голове. Бабушка плачет, а папе на взрыв, переполняя слезами корыто. Мыло настругано, пена шипит. Что он читал, когда кушал? По-моему, лезвие бритва. Все будет по-моему. Папа клянется над книгой раскрытой и над тарелкой с клеймом общепит. Бабушкин плач обо всем и о всех. Но вот чего нам не стоит касаться, я-то коснусь, невзирая, что грех. Это что бабушкина кулинария. Чем несъедобнее, тем легендарнее. Скудные слезы фальшивого зайца льются сквозь миру невидимый мех. Лечу самолетом из Денвера до Нью-Йорка. Кучевых облаков пронзают торос. Думаю, я когда-то была комсорком, собирала комсомольский взнос. 2 копейки, говорила Милентьева грубо, вылетишь из комсомола иначе. У него, как всегда, был 1 рубль. У меня, как всегда, не было сдачи. Заполняла ведомость кое-как убого, относила в комитет комсомола. В ведомости сразу искала фамилию Коган. Не помню, как звали, комсорг всей школы. С кого денег в этот месяц насобирали? Спрашивал меня, улыбаясь косо. О, Коган, ты не уехала в свой Израиль. Все еще платит комсомольские взносы. Где это было? В какой идиотской пьесе? В театре какого провинциального пошиба? Спасибо, на выходе, говорю стюардессе. И она, улыбаясь, по-английски отвечает. Спасибо. А вот сколько времени готовились к презентации в Иерусалиме, а осталось всего 2 выступающих. Так что последняя триада. Я приглашаю Ирину Гробман. Она прочитает, она прочитает стихи Михаила Гробмана. Спасибо за приглашение. Собрать 70 человек таких разнообразных, еще показать это было очень забавно. Это стихотворение Михаила Гробмана, которое он написал в 66-м году в Москве. Серебристые крылья плывут в золотой глубине, наполняются небом зеленые стрелы растений, и едва уловимо ты, кажется, призрачный мне в этом царстве любви и июльской полуденной лени. О, двойная душа, ты трепещешь на крыльях стрекоз, ты на чистых губах, как подобие двойного дыхания, ты не здешних очей необъятный густой купорос, 2 огромных крыла упокоят тебя в Ханаане.
свет зайдет над тобой, лучистое время огня, и ливанские кедры замкнутся покорно и тихо, и большие животные клювом и когтем звеня, словно жертву положат седое созвездие волчихи. И Адам, как растение, возникнет из охры сырой, и по легкой волне средиземного легкого моря ты помчишься за ним, за растением, за птицей, за мной. Это счастье твое, это вечное светлое горе. 66-й год. Так, еще одно стихотворение из книги. Над убогим шамроном висит золотая звезда овца, светит мирно и тихо стучит обнаженными ножками, и глаза так печально свисают с простого лица, и волнистые слезы бегут голубыми дорожками. А на бедной земле, где упала небесная шерсть, ходят овцы иные, и мирно растения кушают. И для каждой овцы уже ножик отточенный есть, и огромный мешок, переполненный мертвыми душами. И откуда-то сбоку, из тайных пространственных сфер, там, где чья-то безмерная длинная воля расстелена, смотрит старый Абрам, себелюбец и единовер, смотрит грустно и даже немножко рассеянно. И вот еще стихотворение из книжки «Военные тетради», немножко другое. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. Мы закончили в Ливане все военные труды, разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа, я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Может быть, в порыве неги одинокая жена не военному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать, и неистовую силу ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму, не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, иудеям и голландам, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Ну что, прочесть еще одно стихотворение? Израиль погружен в дожди, они пришли жаре на смену, и ты хорошего не жди, молчи, страдай, лезь на стену. Ты расколол свою судьбу на две несчастных половины, рыдай безмолвную слезой, кусай небритую губу пред этой жизненной грозой с ее печальной лавиной. Вокруг лежит чужой восток, чужая речь звучит сурово, и сердцу милый холодок, зимы снежок. Весны ледок, на ум приходит силой новой. Но сионистский небосклон все задавил своей нагрузкой. Где он родимый испокон простор евреев жизни русской? Ответа нет, и путь назад в туманной области петляет. Советский жизненный распад уж тоже мало привлекает. Так на пороге двух миров живет душа гемофродитка и раздирает паразитку покроение покров. Все. Сейчас Светлана Аксенова-Штейнбрюль прочитает стихотворение. У нас так получилось, что вот сын читал стихотворение матери, а теперь мать прочитает стихотворение дочери. Керен Климовская – это автор нашей антологии, она живет в Швеции. Ну, она временно живет в Швеции, ее муж – русский еврей из Москвы, так вынесил ненадолго. Я вам прочту, ну, это получается как одно, потому что это два коротких стиха. Она в 21 год уже завязала, она перестала писать стихи, посчитала себя старой, сейчас она пишет прозу и драматургию очень успешно, и идет во многих странах, и в том числе и в России. А это вот стихи 20-летней девочки. Я росла в краю, где смерть случалась так часто, что в нее перестали верить, и были беспечны абсолютно все, и деревья дрожали от счастья, осыпая бананами головы первых встречных, мандариновым теплым соком текла на руки сочная сладкая лень, зевнув, задремала размягшее потное солнце, и я близорука, смерть, как бабочку,
желтым сачком поймала. Я росла в краю, где пули неба коснулись, превратившись в звезды, где бесстрашны тени и дети. Как невинные страны шутки, я ей улыбнулась и отпустила, не распознав, не отметив. Еще одно. Это она уже училась в Америке, закончила Браунский университет и приезжала в Израиль. Я ненадолго, но я здесь жила когда-то, собирала мяту для чая, срывала гранаты прямо с дерева, яблоко в мед макала, пряталась в тень от солнечного оскала, и про июльских медуз опять забывая, входила с размаху в аморфную липкую стаю. Здесь все так, все то же, те же запахи, те же взгляды, тоже русское имя у тяжелых соседских снарядов. В новостях говорят о войне, как о футболе, о футболе, как о войне. Не волнуйтесь, в школе и армии вас научат словам подходящим. Например, он не умер, он просто кажется спящим. Только рыбы, кусая за пятки, вам правду скажут. Не пускайте солнце к воде. На Хайфском пляже слишком долго длится закат. И становится ясно, эта пауза бесполезна, хоть и прекрасна. Мне уже не стряхнуть песок, не вернуться домой. Я покрылась соленой памятью, как чешуей. Кэрол Гиллс. И Марина Меланет вместе с Яковом Драгузенко. Ариэла Марина Меланет и Яков Драгузенко. Мандолина. Я тебе расскажу историю о том, что арабская люди на самом деле... еврейский инструмент, что он родом из храма. Есть такая история. Это что ли за окошком? Прямо тут, дорога к храму. Это стало быть, за дверью намечается пейзаж. Там, у пальмы на стоянке, чья-то мама мыла раму, а пацан на самокате рисовал крутой вираж. Ну а вечером стоянка молча ждет луну и полночь. Не зовет к себе на помощь ни звезду, ни вертолет. Идет по ней собака, ты ее, наверное, помнишь, даже если дождь и ветер, или ненадежный лед. Миттельшпиль. Утихает боль, подступает пыль. Говорит, ты что ли отыскал ковыль? Говорит, из боль продолжает кадриль. Говорит, да. Что за стиль? Постучит в окно ноября корвет. Этот боди-арт лучше на мандер. Сонный южный штиль, бесконечный бриз. Я под кипарисом раскис. Но кричит тогда, посадил ты ель. Так теперь едва убежишь от сель. Говори, давай, поджигай фитиль. Поднимай скрижаль, ну давай счастливый лови момент и пустынный блюз под абсент. Я смотрю в окно за пределы ног, нежится июль, как персидский кот. Молча посигналь в эту пастору соуса сандаль провансаль. Ну кричи тогда, посадил ты я. Так теперь едва убежишь от сель. Говори, давай, поджигай фитиль. Впереди еще, впереди еще. Огромное спасибо вам за этот вечер, за то, что было так...
организовали прекрасно. За этих друзей, которых мы видели с экрана, очень многие это друзья и прекрасные поэты. Спасибо. Спасибо. Я должен сказать, что 70 авторов нашей антологии – это также наши прекрасные друзья и прекрасные поэты. Друзья, еще раз. Вот флаги, 14 ровно. Каждая страна представлена теми или иными поэтами в нашей антологии. Мы вас любим. Мы всегда с Израилем. Мы, я считаю, все, что хотели сказать в этой антологии, сказали и сами сказали благодаря авторам. Большое спасибо Иерусалиму, большое спасибо вам. Всем сердцем с вами. Всего доброго. Thank you.